какой момент вы поняли, что победа останется за вами? Ну, наверное, в середине второго тайма, но загадывать нельзя было. Надо было играть до конца. Никто не расслаблялся и не думал, что все, победа у нас в руках. Играли до последнего, но так, соперник хороший достаточно. Просто нам сегодня, ну, все получалось, хорошо сыграли. Ну, мы играли в тот футбол, который позволял соперник нам играть. Реализовали свои моменты, и поэтому во втором тайме больше реализовали, и поэтому было проще играть, и уже не было какого-то эмоционального давления. Поэтому все легко получилось. Доставил ли трудности соперник? Насколько тяжелой была игра для вас? Ну, конечно, доставил трудности соперник. Просто, как я повторюсь, у нас мы забили, они нет. А так, первый тайм был достаточно ровный, команда хорошая, и ничего в них упрек сказать не могу. Понравилась команда. Команда действительно хорошая. Я думаю, что плохих команд нет уже в стадии плей-офф. Поэтому просто нам повезло, мы забили больше, забили несколько сразу, и уже команда расслабилась с соперником, а мы дожали. Какие планы, перспективы на дальнейший турнир? Конечно, каждый матч настраивается только на победу. По-другому быть не может. Играть в свой футбол, стараться, показывать. А там уже как пойдет. Полностью поддерживаю капитана, только победа. Спасибо, ребят. Спасибо.